Всем привет, на связи Ветер и служба новостей Рекорд Инфо находится на втором дне фестиваля ВКонтакте. Здесь столько гостей, столько артистов, все такие разные, но все-таки вместе. И поэтому сегодня мы попытаемся выяснить, что же объединяет всех людей, находящихся на этом фестивале. Погнали! Спорт. Спорт и кайф отдыха. Ты знаешь, мне кажется, их объединяет, наверное, любовь к обнимашкам. Любовь, наверное, к музыке, к блогерам, к тому, что здесь происходит. Музыка. Он злой, его надо срочно обнять. Ну, мне кажется, что это молодость, энергия, это перспективы, это будущее. Вот что объединяет всех. На самом деле объединяет желание позитива, открытость. И мне кажется, здорово, что люди объединяются в реальной жизни. Они немножечко не в себе. А я люблю обнимашки! Просто классно проводить время, наверное, так? Душевный, теплый сегодня денек получился, да? Столько обнимашек было, это было так мило. Я хочу еще обнимашек. Обними меня. Чего нет? Ну давай я тебя обниму. Я хочу обнимашек. Обнимашек хочу, обнимашек, хочу обнимашек. Обними меня, обними меня, обними меня, обними меня.